В нашей передаче мы представляли разные жанры компьютерных игр. Не было, пожалуй, только спортивных. Фирма Accolade представляет сборник спортивных имитаторов «Азарт зимой и летом». В этот сборник включено 8 летних видов спорта. Стрельба из лука, конные соревнования, гребля на каноэ, бег с препятствиями, прыжки с шестом, прыжки в высоту, метание копья и гонки на велосипеде. А также 8 зимних видов спорта. Бобслей, гонки на лыжах, коньки, санный спорт, слалом, биатлон и прыжки с трамплина. Одним словом, почти все виды спорта, включенные в программу Олимпийских игр. Для начала вы можете принять участие в тренировочных соревнованиях, где освоитесь в том или ином виде спорта и отработаете собственную технику. А уже после этого можно принять участие в настоящих спортивных соревнованиях, войти в состав сборной, выбрать соперников и так далее. Для каждого вида спорта указан текущий рекорд. Побив его, вы попадаете на доску почета. В этих соревнованиях вы не ограничены ни временем, ни числом попыток. Компьютерные спортивные игры примечательны уже тем, что не имея даже значка ГТО, вы можете добиться успеха в спортивных соревнованиях международного класса. Эта игра может управляться как с помощью клавиатуры, так и с джойстиком. Любое соревнование начинается нажатием клавиши «ввод», а дальше все зависит от конкретного вида спорта. Например, увеличение скорости в велосипедной гонке достигается периодическим нажатием клавиши «5», а метание копья – нажатием клавиши «пробел». Все достаточно просто. Так что, попробовав один раз, вы сразу же поймете, как управлять спортсменом в той или иной ситуации. Компьютерные соревнования дают вам еще одно очень важное преимущество. Вы сами выбираете себе соперников, ориентируясь на их спортивные достижения, и можете подобрать их таким образом, что шансы ваши на победу будут весьма высокими. В эту игру можно играть с друзьями. Ну, представьте себе, упражняться в метании копья, например, или скачках, не выходя из дома, а? Мы уверены, что вам понравится сборник спортивных игр «Азарт зимой и летом». И, может быть, попробовав однажды свои силы в том или ином виде спорта на компьютере, вы займетесь им более серьезно и достигнете впечатляющих результатов уже на реальном стадионе. Для этой игры требуется процессор 286 и выше, 640 килобайт памяти, VGA, Sound Blaster и...